Северная Осетия расширит направление сотрудничества с финансовым университетом при правительстве России. Об этом договорились на встрече премьер Борис Джанаев и ректор университета Станислав Прокофьев. Руководство вуза планирует увеличить спектр профессий по узкодефицитным направлениям среднего образования во Владикавказском филиале. Речь идет о специальностях, связанных с информационными технологиями. Также впервые Северная Осетия откроет набор на обучение юристов, которые будут специализироваться на вопросах экономики. Руководитель нашей республики Сергей Иванович Миняйлов всегда ставит для нас, для всех задачу поддерживать максимальное образование, поддерживать наших и молодых людей для решения стратегических вопросов, потому что нужно идти в ногу со временем. Станислав Прокофьев встретился и с сотрудниками Владикавказского филиала. Обсудили перспективы и программу развития вуза. Одним из первых решили посетить наш филиал в Владикавказе, поскольку считаем, что это знаковый, важный очень для нас форпост не только на территории Северной Осетии, но и на территории всего региона Северокавказского.